Профессию именно травматолога, потому что я считаю, то, что человек должен быть целым. Мы все созданы от Бога, и мы являемся механиками от Бога. Ты здравствуешь. Кен, вам хирург салады, им гинекологу салады, кабин, вам гинекологу, им мочанный бейдер. Я всегда хотела спасать людей, я всегда хотела именно максимально полезное. Я хотела очень сложную профессию для себя всегда, потому что люблю разгадывать загадки и помогать людям действительно в таких ситуациях. А анестезиолог-реаниматолог – это та профессия, которая дает реабилитацию врачу. Очень ответственно, мы должны быть максимально собраны всегда и принимать быстрые решения. В роду у меня все врачи были, начиная с деда, вот, поэтому я с детства знал, что я стану врачом, всегда к этому стремился. Ну, я хотел отметить Тотнуев Степана Семеновича, как нашего заведующего. Он наш лидер, не только как глава, как заведующий, но как духовный лидер. Он является нашим отцом. Парочный Дмитрий Анатольевич и, конечно же, Потап Еремеевич. Какие-то интересы в том, что Я бы хотела поблагодарить практически всех врачей, которые работают у нас здесь давно. Это Якушев Василий Викторович, Аршакова Татьяна Семеновна, Нажнинова Евгеньевна, Макарова Татьяна Семеновна, Золотарева Александра Григорьевна. Практически все врачи остальные, которые у нас работают, они все вкладывают молодых специалистов очень много, они все помогают. Поэтому результат был очень легко, в коллектив мы сразу влились, все было очень доброжелательно. Я работал санитаром во время студенчества. Мне очень понравилась эта специфика, очень свободы. В этом отделении работают замечательные люди. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность своей заведующей Александре Григорьевне и всему нашему замечательному коллективу. Они работают очень хорошие люди, они очень все отзывчивые, добрые, всегда помогут, подскажут. Какие программы поддержки вы оказываете молодым специалистам? Так, ну, администрация нашей больницы целью поддержки молодых специалистов у нас есть целая программа. Меры социальной поддержки у нас – это выплата единовременной денежной суммы. Врачам это составляет около 10 тысяч. Среднему медицинскому персоналу это 5 тысяч составляет. А также мы осуществляем оплату услуг частного детского сада в размере где-то 50% от суммы, общей суммы, да, оплачивать в счет больницы. Также больница готова оплачивать общежитие молодым специалистам, которые вот устраиваются к нам на работу. Кадровая политика у нас также очень хорошо разработана. Кадровая политика у нас ориентирована именно на молодых специалистов, которые вот сейчас заканчивают или обучаются на старших курсах медицинского института нашего. Мы с ними заранее уже заключаем договора, осуществляем выплату стипендий. Вот в таком плане мы вот осуществляем поддержку молодым специалистам. Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю провести эти праздники очень хорошо, правильно. Давайте, держитесь, не ломайте кости и получайте травму. Чтобы у каждого человека сбылись все
мечты. Молодым специалистам желаю дальнейших успехов. Работать, приходите к нам, не бойтесь сложных профессий. Выбирайте то, что вам нравится по душе, и тогда все получится. Здорово!